Приветствую вас, ютуберы, здесь Фил Силвер, и в этом видео будет проведена демонстрация вот этой вот подводной лодки, которую можно купить у нас в магазине Skill Toys Buy. Вещь довольно забавная, для детей будет самый оптимальный вариант для того, чтобы поиграть где-то в бассейне или принять ванну. Довольно интересная вещица, мне она понравилась, вот, для этого я набрал половину джакузи, вот, и приступим к испытанию. Для того, чтобы активировать подлодку, необходимо установить вот этот вот верхний колпачок задом наперед. Когда у подлодки загораются огоньки, и, которые являются индикатором батареи, и подлодку можно опускать в свободное плавание. Итак, сейчас я немножко увеличу картинку. Управление осуществляется за счет всего четырех клавиш. То есть, если мы нажимаем клавишу вперед, подводная лодка, соответственно, спускается вглубь, и можно ей там управлять. Конечно, нужна глубина, но достаточно забавно видеть, как она плавает по дну. Вот. Видите, что разворачивается она довольно весело. Для управления нужна небольшая сноровка. Как видите, она построена в принципе поплавка. То есть двигатели у нее неподвижны, они все время направлены вниз, и поэтому при нажатии вперед лодка уходит ко дну. Но уходит контролируемо, можно спокойно там юзать. Скорость, конечно, небольшая. Сейчас я камеру немножко туда подниму. Отлично. Если отключить свет, то видно, как это красиво все светится. Поднимаемся. И опускаемся. Конечно, шумов много, но в целом картинка довольно приятная, на мой взгляд. Ну, довольно резко так бегает, да? Вот. Стоит она, как я уже говорил, по-моему, $35. Вот. Считаю, за такую забаву, в принципе, не такие уж и большие деньги. Вот. Мотор вращается немножко с разной частотой, поэтому она при нажатии кнопки вперед может идти немножко в бок. Вот, видите, вот как сейчас я нажимаю вперед, но она уходит почему-то в бок. Так, ну что ж, пора включить свет. Огоньки являются индикатором батареи. То есть, если мы видим, что они моргают, значит, подводная лодка уже устала, ее нужно заряжать. То есть, также, если она не может опуститься вглубь. Ну, поплавать можно примерно минут 5, из которых 3 минуты мы уже плаваем. Ну что ж, наверное, все. Отдать концы. И добрый путь, ребята. Это был Фил Силвер и тестовый запуск подводной лодки. Всем удачи и до свидания.